горе. Судили ли они раскрыли личность? Морган Альваро, 38 лет, трое детей от двух отцов. Пытались повлиять на следствие. Дело. Просто швах, ясно? Вижу проблему. Должен решить, иначе не усну. Выбора нет. Все в порядке? Можно идти? В чем ваш секрет? Сильно сомневаетесь? Чем занимаетесь? Меняете работу? Похоже, у меня проблемы с властью. Если из-за нее хаос, значит, мы плохо работаем. Возьмите это на расследование. Вы шутите? Надеюсь. Эта девушка просто невыносима. Черт, делаете с этим ребенком. Нельзя так сажать в тюрьму без расследования. Это нарушает все правила судопроизводства. Мы не можем. Все это не расследование. Это нарушает все правила судопроизводства. Фанни Морен, 28 лет. Детей нет. Это недопустимо. Вы хотели сказать, что был день рождения? Она была в восторге. Это приходит в голову? Нет, если я на вас работаю, теперь вы на меня. Хочу, чтобы вы кого-то нашли. Он стрелял 15 лет назад. Это мужчина, с которым она. Этот человек, твой отец, Фер. Ладно, это все. И место в яслях. Больше перерывов и никаких отчетов. Так точно. Думайте об экспертах.